Демонстранты требуют освобождения террористов. Тысячи людей вышли на улицы баскского города Бильбао в Испании, заступаясь за членов запрещенной сепаратистской организации ETA. В конце прошлого века она боролась за независимость страны басков, региона на севере Испании и юго-западе Франции. На совести этой группировки десятки терактов и 825 смертей. Пострадавшие от этого вооруженного насилия заявили, что нынешняя демонстрация – насмешка над их страданиями. Напомню, в конце прошлого года Верховный суд Испании вынес решение об освобождении из тюрьмы нескольких членов ETA в соответствии с постановлением Европейского суда по правам человека. Суд в Страсбурге признал, что испанские власти действовали незаконно, когда задним числом применили новые законы, из-за которых заключенные не смогли выйти на свободу досрочно.